стадии меняются местами. Мы знаем, что на самом деле вот четкого такого прохождения стадии, что есть прохождение стадии, вот любое какое-нибудь вторжение, какое-нибудь разрушение наступает, и совершенно нормальная психическая реакция, это человек проходит через определенные стадии. Будучи нормальным, он не становится сумасшедшим, он просто вот в определенных обстоятельствах. Вот. Но сами эти стадии, они могут меняться. Это тоже от индивидуального. Да? У кого-то раньше там агрессия наступала, у кого-то позже. Да? Но в принципе они все вот как-то отмечаются у многих факторов. Значит, первое — шок и отрицание. Значит, почему? Иногда бывает. Пошла, что-то такое, повредила руку, пошла делать, да, оказалось, что я ее сломала. Да? Или, ну, я вот просто тоже, да, вот была ссадину какую-нибудь. Бегаешь, все нормально. Вдруг, ты говоришь, у тебя кроется что-то. И вот тогда начинаешь сказать, так бы и бегал, все спокойно шила. Вдруг, у тебя кроется что-то. Вот тогда надо пострадать. Вдруг тогда чувствуется, что и больно, и вот туда, потом надо меры принимать, потом надо йодом мазать. На это нужно мужество, это надо преодолеть, ты еще послушаешь. Ну, то есть, вот и поехали. Значит, шок и отрицание. Потом, значит, есть, иногда говорится, что это стадия смятения, так как мы услышим у Бетховена. Да, у него агрессия сразу наступает. Значит, вот смятение и разные чувства, упадок энергии, да, такой, там может быть ток, если это потеря. А потеря, мы говорим, что в любом случае присутствует, это не всегда человека, а вот чувство потери, он еще какой-то своей позиции, своего мировоззрения, как говорится, был такой опыт стадии. Mm-hmm. Это страхи, тревога, снижение жизненных сил, да, вот, ну, на какое-то преодоление, когда оживает шоковый подход. Дальше это злость, агрессия, обязательно наступает момент, когда есть какое-то обвинение. Кто-то говорил, агрессия на себя, досада на себя, это тоже на той же стадии одна из закономерностей, да, это там работа. И чем больше, чем травматичнее страшные события, да, вот там войны какие-то, чем больше потери, тем больше вот это вот самообвинение. Вот этот вот процент, потому что любая потеря, смерть близкого, обязательно человек проживает самообвинение. Надо обязательно свериться, да, в чем я виноват, в чем не надо. Это тоже закономерное, независимо от того, виноват человек или нет. Даже если он все уже делал, он найдет обязательно, да, там, мало молиться, допустим, или еще что-то, более неловко, да. Обязательно найдет, чем себя упрекнуть. Ну и тем более, что мы все не святые, и вообще много боли действительно друг другу не замечают, приносим. Вот это тогда все вспоминается. А если это какое-то бедствие, почему я не помог? Вокруг меня погибло столько народу, а я остался живым. И в этом находится. Да, и вот с этим как раз работает, ну, психолог. В этом проходит реабилитацию, и это отрабатывает. Да? Значит, вот это, значит, смутное состояние и торг, потом агрессия и аутоагрессия, потом наступает фаза. Да, когда приходит, то есть нет, я неправильно сказала, депрессия, это если это нет туда, потом приходит подлинная боль, без столкновения с болью, без, если шок и отрицание, это похвалит использование, физико-психологическая реакция, да, организм так спасается, приходит немножечко сознание, если в этом остается, то там начинается проблема. Ну, в фильмах разных, приключенческих фильмах, очень любят это. Которое после наступает. Проживание боли, собственно, выливание. Столкновение с болью. Если на этой стадии останавливается человек, то есть дальше не находит, тогда можно спустить. Если он что? Если он не может с болью побороться? Если он эту боль не может прожить или принять до конца, воспринять, или до конца, вот другие стадии не до конца проработаны, прошли, да,
себя мысли, например, на второй стадии, что все может вернуться на контроль. А чем больше таких, даже если у нас, не знаю, там вот ссадина, ну, там шрам, например, когда там на крыльцо упал, оно до сих пор есть. Вот его не было там, до 6 лет, а с 6 лет он есть. Да, вот я уже другой просто все равно. А если это большое какое-то переживание, то вернуть назад именно в то состояние до невозможно. Да? А психика наша наиграет. И нас безопасное, мы хотим безопасности, а безопасно было до того, как. И вот пока мы не поймем, где еще есть безопасность и опора, еще как. То есть мир выстраивается после травмы, мир выстраивается заново. Кто до конца не выстроил, то есть реально какой не поставил, у того могут быть эти вот провалы, и тогда это работает с посттравматическим стрессовым расстройством. Да, вот поэтому люди кидаются, есть люди, прожившие боевые действия, которые на стадии агрессии, например, застряли и очень легко возбудимы. Любого человека там на копейку разобьет, да, он на все 10 тысяч человек. Да, импульсивно совершенно. Это вот свойство травматики посттравматического стресса. А вот этот выплеск горя, который выступает после депрессии? Это вместо. Может быть вместо депрессии, да, когда это правильно выстроено, в частности, в культурах народов, там есть вот эти вот плакальщики или какие-то моменты ритуальные, связанные с похоронами, с потерями. Это те же самые памятники, вот какие-то монументы, это ну, дань, это вот Дни Победы, там, и так далее, какие-то праздники там, со слезами в глазах, когда этому место дается. Если недостаточно этого места дается, то наступает депрессия. Тогда вот это не прожитое горе, не выплаканные слезы, не высказанные. Да, она вся остается, и тогда вступает депрессия. Вот. После этого, после проживания горя, наступает, считается, стадия принятия, когда вот уже реальность того, что было, как вы говорите, опыт сам по себе этот начинает цениться, начинает, то есть жизнь возвращаться, несмотря на. Представлял себе только, как он читает лекцию в университете, как он приезжает, как он это описывает, он читает лекцию, которая на мечте. Ну, потом еще.